Всем привет, у меня вот такая куча посуды, я вот ее намылила, сейчас я ее перемою, у меня еще здесь в раковине стоит, и мою я, значит, сегодня сорти купила, у меня ферри закончилась, бутылка пустая, вот мы обычно в ленте берем ферри, а здесь у нас дорого, и я купила, что-то деньги пожалела, купила сорти. Ну, сейчас перемою посуду, буду делать вареники. Так, параллельно я буду делать вареники с творогом. У меня ложка соли, в общем, одно яйцо, и я наливаю пол-литра воды. И все-таки воды много, пол-литра, я, наверное, добавлю еще одно яйцо. Так. Это вот было магазин, яйцо такое вот светло-желтенькое. А это домашние яйца. Они немножко потемнее. Вот. Я также от соли какая-то напошла. Я также буду мерить банками. Это пол-литровая банка. Высыпаю. Забыла первую банку просеять. Ну, ладно, хоть вторую просею. Вот видите, какие комки. Но они это, вот когда нажимаешь, они мусора нету. Вот что-то тут есть. Вот. Ну ладно, ничего страшного. Вот. И, наверное, также надо вторую банку. Третью банку, это очень жидко, конечно. Ну, даже сверху насыпала вот. Третья баночка. Ну, обычно на пол-литра воды идет килограмм муки где-то. Может чуть меньше, может чуть больше. Ну, килограмм. Я размешаю. Так, сейчас я руками замешу. Вот, тесто очень мягкое получается. Я обычно, у меня тугое всегда тесто. Вот, и я думаю, добавить мне еще муки или нет. Я буду немножко добавлять, чтобы там не прилипало. Вот так вот. И буду так замешивать. Потом положу его в пакетик, пусть оно немного отдохнет. Я за это время сделаю начинку. В общем. Минут 10, наверное, я вот уже мешу тесто. Вот такое вот тесто. К рукам вот не липнет. Вот. Хорошее такое тесто. Сейчас уберу мешочек целлофановый и поставлю отдыхать. Вот, я засунула мешочек целлофановый. Тут лежит.
общем, я достала это массу творожную вот с шоколадом. И, наверное, у меня вот осталось только тесто. И я, наверное, вот сделаю вот с этой массой творожной. Только вареников у меня получилось. Это вареники с укропом и это, с творогом, который немного горчит. Вот. Я добавила немного укропа сюда. И штук 10 мы уже съели. Вот только осталось. Эти вареники у меня с творожной массой, с шоколадом. Я сейчас хочу попробовать, я их не пробовала. Эти вареники, вот эти очень вкусные. Просто немного горчат, но они вкусные, я попробовала. Сейчас я попробую эти вареники. Вот я положила вареники. Сейчас попробую, вкусные или нет. Вареники сладкие, тесто соленое. Ну, конечно, кушать можно. Получились неплохие, но соль с сахаром как-то я не очень люблю. Вот, ну, а те вареники, они намного лучше, они вкуснее. И, ну, единственное то, что они немножко горчат. Я не посмотрела дату на упаковке. Вот, и что-то там цена какая-то написана, 120 рублей. В общем, не знаю, что вообще купила сегодня. Вот, до этого мы брали творог. Хороший, вкусный был. Вот я вчера брала вот этот творог, хороший, свежий, вкусный творог был. А сегодня что мне попалось? Вообще что-то непонятное. Ну, на этом все. Всем пока-пока.